Дорога Нарьян-Мар-Осинск теперь отмечена крестным знаменем Русской Православной Церкви. Через 3 километра после поворота на Коми воздвигнут деревянный поклонный крест. Сегодня он был освящен в честь святителя Николая. Традиция устанавливать монументальные кресты возникла давно. Такие памятники призывают к поклонению Спасителю, поэтому и именуются поклонными. Теперь путники смогут помолиться и спросить благословения Божия перед трудной поездкой по Зимнику. К тому же освящение креста символизирует начало строительства дороги, которая соединит Заполярье с Большой Землей. Люди, которые живут здесь, которые знают на самом деле, как нужна не только дорога, но и помощь Божия в том, чтобы каждый отправляющийся и возвращающийся с родные пенаты был под покровом Божиим, защищен молитвами и благодатью Божией. Поздравляю с этим великим деланием. Епископ Иаков и прихожане епархии совершили молебен. Завершилось освящение крестным походом к Тундровой часовне, установленной год назад.